такой широкий благородный лист у абрикоса. Это маточное дерево, которое растет рядом. Я с него листочек сорвал. Абрикос это вот. Вот он. У него на листьях зазубрины. Такие же. Вот. Еще есть вот такие маленькие. У них листочки совсем вот чуть-чуть. Только стали развиваться. Думаю, абрикос это или нет. Стал копать. Вот, пожалуйста. Абрикос чистой воды. Причем зашел он, похоже, в этом году. Вот давайте посмотрим, как должен быть посажен абрикос. Посадка по железу. На самой поверхности. Вот семечко абрикоса. Семидоли красные. Вот. Видите, да? На самой поверхности земли просто лежит. Этим сеянцем один год. Только взошли в этом году. Вот рядышком еще один. Давайте посмотрим. Вот уже листвой укрыло. Вот. Вот оно, семечко. На поверхности земли никто его не закапывает на 3 сантиметра. Очень четко видна граница корневой шейки. Переход. Там, где коричневый, это корень. А где белое, это ствол уже.